эксцентриссимо. 3 миллиона долларов за пару дней. Столько пока не платят даже в российском футболе. Но некоторые зарабатывают столько, не утруждая себя физическими нагрузками и не будучи людьми. У дизайнера дома Шанель Карла Лагерфельда кошка именно так и поступает. Шупет считается самой избалованной кошкой в мире. Собачкам Пэрис Хилтон до нее далеко. У кисы есть 2 личных помощницы, и она путешествует по всему миру только первым классом. Самые большие доходы Шупет приносит работа моделью. Она настолько красиво лежит и так хороша ее белая шерсть, что ее снимают для рекламы косметики и автомобилей. Профессиональные супермодели за кошачий гонорар работали бы год, а Шупет – 2 дня. Хозяин говорит, что за миллионами кошка его не гонится. Например, она точно никогда не будет рекламировать еду, потому что она для этого слишком утонченная. Эксцентриссимо.